Пришло время первого матча в этой паре на стадии четвертьфиналов. Плей-офф Лиги Чемпионов продолжается. Вы смотрите прямую трансляцию на футбольном канале EA Sports. Не переключайтесь. Еще меньше команд, еще больше напряжения. Добро пожаловать в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Одна из самых интересных стадий нас ждет. Сегодня первые матчи проведут команды. До реконструкции этого стадиона он вмещал всего 20 тысяч болельщиков, а центральная трибуна по форме напоминала расческу. Теперь же новый дом мадридского «Атлетика» готов принять до 75 тысяч болельщиков и уже подал заявку на проведение финала Лиги Чемпионов. И вот состав «Атлетико Мадрид». С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Дает арбитр свисток, и первая игра четвертьфинала начинается. Много сил и эмоций отдали два этих клуба в первом раунде плей-офф. Но теперь все начинается по новой. Но уже на шаг ближе к финалу. Лашич. Фернандес. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Но это просто супер вратарь! Угловой будет. Сегодня у них не будет много моментов, и болельщики это прекрасно понимают. Поэтому они так активизировались при этом угловом. Отличный дальний удар и отличный сейв голкипера. Но мне кажется, забить таким ударом можно было бы только если бы вратарь ушел в раздевалку. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Наносит удар игрок. Спокойно и уверенно сыграл голкипер. Да, это был удар, не точный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Коке. Антуан Гризман. Коке. Атлетико идет в атаку. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Бьет Диего Коста.
Магнуса. Эрнандес. Влашич. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Хороший обостряющий пас. Защитник молодец просто. Как здорово сыграл. Сантьяго Ариас. Сауль Ньегес. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Влашич. Дзагоев. Опасно! Блокирует удар игрок. Эрнандес. Влашич. Алан Дзагоев. Удар. И над перекладиной мяч пролетает. Прекрасный пас. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Бьет головой выше ворот. До 1970 года в Кубке Европейских чемпионов были переигровки. Сейчас нам это сложно представить, но для тех времен еще более плотный календарь был в порядке вещей. После того, как Аякс и Бенфика обменялись гостевыми победами со счетом 3-1, разумеется, была переигровка. Тогда амстердамцы победили с результатом 3-0 и вышли в полуфинал. Кстати, это была последняя переигровка в истории турнира. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Важно подавать тут. И у соперника теперь мяч. Влашич. Эрнандес. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Томас. Мяч у соперника. Сантьяго Ариас. Диего Коста. Без шума и пыли, без лишних касаний и мучительной возни с мячом. Вот так можно описать типичный гол Диего Коста. Он молниеносно разбирается с мячом, штрафной соперник. Филиппе Луис. И пробил он поворотом. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция. Как он работает с мячом, всех обыграл. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Не умеешь, не лови. Ну, будем откровенны, он фактически сделал подарок сопернику. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Эрнандес. Влашич. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на... Надо забивать и сравнивать счет! Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы! Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, действительно так, и защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. После ответного мяча у нас 1-1. Сауль Ньегес. Диего Годин. Гризман.
Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Диего Коста. И это Диего Коста. Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Подает Коке. Не увенчалось успехом эта атака. Эрнандес. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Томас. Мяч за боковой линией. Влашич. Фернандес. Марио Фернандес. Алан Загой. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Алан Загой. 3 минуты добавлено к основному времени. Гризман ошибся. Алан Загоев. Эрнандес. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Алан Загоев. В сегодняшнем матче у нас пока ничья. Даже не знаю, в чью пользу можно ее трактовать. Впереди же еще ответный четвертьфинал. И обычно все решается именно во вторых матчах. Но посмотрим, может и сегодня команда решат сыграть более открытый футбол. Пока неплохо. Свисток и мяч в игре. Второй тайм, четвертьфинала начался. Плей-офф в самом разгаре. Очень хорошая атмосфера на сегодняшней игре. И первый тайм, как мне кажется, удался. Просто невероятный перехват. Диего Коста. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Снова точный пас в его исполнении. Влашич. Владеют мячом и ждут, когда предоставят... Опасно! Вратарь в прыжке! Забрал мяч намертво! Хороший первый тайм он провел. Проявляет он себя сегодня очень неплохо. Уже успел сравнять счет. И я думаю, что у его команды теперь есть все шансы побороться за победу. Атлетика атакует. Сбросил мяч. Какой удар! Накрывает игрок этот удар. Марио Фернандес. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Эрнандес. Влашич. На секунду бы попозже начать это открывание. Может быть, и не было бы офсайда. Томас. Гризман. Коста. С мячом Антуан Гризман. Диего Коста, решай! Счет не изменился, по-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Мадридский... Атлетику ведет мяч в игру.
Двойная замена у нас призвана в первую очередь освежить игру. Филиппе Луис. Коке. Диего Коста. Гризман. Завладел мячом игрок, и надо сказать, что показатель у него сегодня просто сумасшедший. Да, действительно, по-моему, он в идеальной форме. Давно мы не видели такой игры в его исполнении. Коке. Луис. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Влашич. Эрнандес. Алан Загоев. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Есть хороший адрес для передачи. Эрнандес. Удар по воротам. Томас. Филиппе Луис. Диего Коста. Коке. Отлично сыграл защитник, прервал фланговую атаку. Алан Загоев. Эрнандес. Мяч у соперника. Витоло. Есть удар! Угловой в исполнении мадридского Атлетика. Наконец-то они подобрались к чужим воротам, и у них есть сейчас возможность забить. Их болельщики гонят вперед. С углового подачи. Антуан Гризман. Удар в переклад. Хименес. Вратарь забирает мяч. Да, не повезло этому парню. Мяч после его удара попал в штангу. Момент был классный. Можно было выходить вперед. Эрнандес. Марио Фернандес. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. А вот это уже... И это удар! Отличное спасение. Отбил мяч вратарь. Все на изготовку. К угловому готовься. Подали мяч с углового в центр штрафной. Нет, не получает эта атака развития, и придется начинать все сначала. Филиппе Луис. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. И пробил игрок. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Эрнандес. Можно забивать. Команда проходит пытку угловым. Выдержит. Замена у Атлетика. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. И удар. Еще одна возможность. Очень хотят они выйти вперед. Пошли последние 10 минут игры. Вот эта передача от Гризмана пошла. Навес в центр штрафной. И вот он, гол в концовке. Отлично было сыграно, и они выходят вперед. Очень непростой момент сейчас для соперника, ведь времени у них почти не остается. Отличная атака, отличный гол. Посмотри, как в момент поймал идеально вынужденный мяч партнер. Да, и записал на свой счет голевую передачу. Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально. Начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Счет 2-1. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей.
Лемар. До конца игры 7 минут. Марио Фернандес. Эрнандес. Когда бьют с такой дистанции, не точно. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Они ведут в счете, а тут еще и свежий игрок появляется. Сопернику будет нелегко отыграться. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Удар! Появляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Аут около штрафной, это может быть опасно. Марио Фернандес. Дзагоев смещается в центр. Может он сравнять счет? Все правильно сделал вратарь, просто отбил мяч в сторону. Ну что же, судьба матча решится в следующие несколько секунд. Чтобы спасти игру, им надо воплотить в гол этот угловой. Судья решил добавить 3 минуты. Защита первая на мяче, вынос. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Сантьяго Ариас. Витоло. Свисток, штрафной. Штрафной мяч подает. Выбит мяч из штрафной. Ну вот и окончена эта игра. Счет зафиксирован 2-1. Первый четвертьфинальный матч выиграли. Константин, что дальше? А дальше будет очень сложно, потому что нужно опять собраться и уже с другим настроением, не на удержание, а на продвижение вперед, продолжать и продолжать играть. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так, напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодня.